Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Поступило сообщение на центральный пункт пожарной связи в 12.28. Силы и средства были направлены по рангу пожара 1-бис. По прибытию было установлено. Происходило горение медийного места, летняя площадка. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пострадавших, погибших нет. Распространение пожара не допущено. Для тушения пожара было сосредоточено 5 единиц техники, 20 человек личного состава. На данный момент проводится разборка, проливка конструкции. Сложности с водоснабжением не было. Пожарный автомобиль был установлен на пожарный водоем. Магистральная линия была проложена к месту пожара. Причина возникновения уточняется. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.